Нацпроект «Культура». Яркие концерты и выступления. Несмолкаемые аплодисменты в новых домах культуры. Новые инструменты в руках ребят, которые только решили прикоснуться к прекрасному. Благодаря нацпроекту «Культура» за 5 лет в Белгородской области построено 4 и капитально отремонтировано 9 домов культуры. По модельному стандарту переоснащено 13 библиотек, приобретено 10 автоклубов, создано 9 виртуальных концертных залов, технически оснащены 2 музея и 1 театр. Полностью преобразился Староскольский художественный музей. Повысили профессиональную квалификацию 2605 специалистов учреждений культуры. Проведено 13 масштабных фестивалей. Закуплены музыкальные инструменты для 59 детских школ искусств. 4 из них еще и капитально отремонтированы.